игра для нас не сложилась, не получилась. Наверное, где-то мы еще недостаточно поняли, что такое ФНЛ. ФНЛ действительно лига, где команды выходят. Они не простят ошибок, не простят. И команда «Велес» в этом плане очень достойно себя показали. Хотя, наверное, если взять там первый тайм, там вроде бы мы пропустили, но количество моментов, которое создано было нами, конечно, на порядок было выше, чем у наших соперников. Но пока мы еще, не заставили футбольного бога быть с нами. Не попросили, будем так говорить. Мы должны играть лучше, мы должны играть дисциплинированно, мы должны играть так, чтобы такие глупости, которые в этом матче мы сами себе привезли, таких эпизодов у нас не должно быть. И, конечно, мы будем разговаривать, конечно, мы будем внутри наводить эту игровую дисциплину. Некоторые моменты, конечно, они достаточно и случайные, которые происходят, но некоторые, в том числе, на часть из этих моментов мы можем внутри команды, мы знаем, что делать внутри команды, чтобы эти моменты были у нас как можно реже. Как вы считаете, результат по игре? Конечно, не по игре. Любой тренер сказал бы в этой ситуации не по игре. Но я еще раз говорю, мы в какой-то психологической в такой области допустили, позволили себе быть не на 100% готовы, и за это нас сразу наказали. Еще раз говорю, если взять голое количество моментов, особенно до второго гола, потом сразу удаление, еще один подарок сопернику. В этот момент все сломалось, но до этого эпизода наверняка мы смотрелись более острыми, чем соперник. Какая сейчас ситуация с легионерами? Будет ли играть Денис Попович и Дуэйн Радонич? Вопрос с ними решается, они оба нездоровы, вопрос непростой. Они, конечно, у них есть желание играть и в РПЛ, и за нашу команду, и понять до конца. Это надо уже в ближайшее время. Нам надо уже четко определить тех футболистов, с кем мы идем дальше, кто действительно готов сражаться и прогрессировать в нашей команде, потому что нас ждет тяжелый сезон, и мы это видим и понимаем. Как относитесь к уходу Корниленко на новую должность? Сергей Александрович своим отношением к работе и вообще то, что он не менее 10 лет в клубе, всегда показывал пример самоотверженности, пример преданности клубу. И я уверен, что он на новом месте, на новой должности будет так же полезен, как и был на тренерской работе. Я уже за это время, это человек, который ближе всего в контактах.